Борнео. Когда на острова Юго-Восточной Азии опускается ночь, в кронах деревьев активизируется нечто маленькое и пушистое. О боже, какие же у него большие ступни. А какие огромные уши. А еще... Ой! Этот безумного вида зверек на самом деле дальний родственник лемура. И один из самых мелких приматов в мире. Долгопят. Самка этого крошечного ночного хищника выходит на ночную охоту. Кажется, что ее глаза все время полны ужаса. Но это ее необычный способ адаптации к жизни в темноте. У большинства ночных млекопитающих глаза покрыты отражающим слоем, благодаря которому свет воздействует на сетчатку дважды. Но долгопят использует другой подход: чем больше, тем лучше. Его сетчатка почти полностью покрыта клетками-палочками, поэтому он обладает плохим цветовым зрением. Но очень хорошо видит при тусклом свете. Каждый глаз нашей самки больше, чем ее мозг. На самом деле они так огромны, что даже не могут вращаться в глазницах. Но не волнуйтесь. Она справляется с этой проблемой при помощи ловкого трюка. Большую часть жизни долгопят проводит в кронах деревьев. Его веретенообразные пальцы прекрасно приспособлены к лазанию. Каждый из них снабжен утолщением на конце, а на некоторых есть даже когти, чтобы лучше держаться. Передние конечности достаточно короткие, а вот задние более чем в два раза длиннее головы и тела вместе взятых. Идеально для прыжков. Долгопяты – единственные полностью плотоядные приматы в мире. Так что скачут они не просто так. Наша самка – проворный акробат. Она способна преодолевать в прыжке до 5-6 метров. Она передвигается с дерева на дерево в поисках насекомых – своего любимого блюда. Особенно ей нравятся богомолы. А может, она боится, что ее превзойдут размером глаз? В любом случае, ест самка с удовольствием. Огромные, напоминающие радары, уши долгопятов двигаются независимо друг от друга. Так животное осматривает окрестности и замечает малейшее движение. Для такого маленького тельца у самки зверский аппетит. Но глаза у нее больше, чем желудок. В прямом смысле слова. Вооруженный безупречным ночным зрением, острым слухом и прыгучестью, этот маленький зверек – прекрасный пример удачного естественного отбора. Настоящий маленький убийца с удивительными способностями. Пушистая смерть, которая настигает сверху. Но у ночного образа жизни есть свои недостатки. Ведь иногда еда пытается отбиваться. Охотница такого не ожидала.